Зачем ты постриглась? Тебе не нравится? Нет, напротив, очень нравится. У тебя лоб горячий. Ты как себя чувствуешь? Вот, примерь, пожалуйста. Ты должен держать руки в тепле. Ты где их достала? В печке. Я рада. Это носки. На фронте операционной может стать обыкновенная холодная палатка, лишь ты не должен мерзнуть. Лилия Михайловна, ты чрезвычайно заботливая жена. Через 5 минут надо выходить. Да, я сейчас. Я готова. Что у тебя в руках? Потом объясню. Сразу напишу. Пожалуйста, береги себя, Майра. По вагонам! Удачи. Тебе удачи. Чего ты молчишь? Смотри на меня. Лёша, иди в вагон. Ты вся горишь. Иди, иди. По вагону! Сойти с поезда немедленно. Леша, Леша, сиди. Я такой же полноправный призывник, как и ты. Ничего не понимаю. Так я тебе там еще одни очки положила. Леша, что тут понимать? Три с небольшим месяца я ходила на курсы, прошла обучение. Потом добилась, чтобы меня призвали вместе с тобой.
Неужели ты думал, что я буду сидеть дома и тихо ждать тебя с вами? Почему ты мне ничего не сказал? Почему нет? Ну, Леша, потому что ты бы не позволил мне этого сделать. Я всегда все согласовывала с тобой. Я всегда тебя ждала. Поэтому я потеряла Тимку. На этот раз я решила действовать без твоего согласия. Ну, прости меня, мой дорогой доктор Мороз. Ну, смирись. У тебя все равно нет другого выхода. Что, дурочка? Доберешься ты до наших. А без документов куда? Подумают, дезертир какой. Или еще что дурное. А то и шлепнуть могут. Спасибо тебе, Антипа Григорьевич, что прилетел. Последним куском хлеба накормил. Спасибо. За махорку спасибо. Но я путь дальше завтра держать буду. За что спасибо-то? Одни вон с фронта, задрав штаны, дёру дают. Гады укаянные, дезертиры хреновы. А такие вот, как ты, всеми правдами и неправдами на фронт идут. Ну что за дурь такая? Ну хочет человек воевать, ну пусти. Ты ж не калека. Он здоровый какой, мужик. Спасибо за понимание, дед. Вот. Погоди. О, сейчас приду. Марь немного перед дорогой, а то бог знает, когда еще покемарить удастся. Ты гляди, Стёп, гляди, гляди. Так наша армия где-то под боком. А, надо паренька этого уболтать. Ты собирайся, а я к нему пойду. Там наши купируют! Пошла, родимая! Пошла! Давай, давай, давай! Опа! Опа! Thank you.
здесь вашей попутчице плохо. Лиля. Кажется, с вашей женщиной беда. Лиля. Вы знаете, у меня есть фонарик. Я могу посветить. Хотите? Да, спасибо. Девочка моя. Уже брюшной тип. На ближайшей станции с ним ее с поезда. Ее ни в коем случае нельзя тут оставлять. Тут люди. Ее нельзя здесь оставлять в любом случае. Нас нужно доставить в больницу. Сейчас я выясню, какая у нас ближайшая станция. Пока пройдемте, что нам нужно. Давайте я возьму ваши вещи. Никто я. Даже Морозов Степан, документов нет. Подумал, не надо немедленно вам его доставить. Погодите. Вы же и есть тот Степан. Я Трофимов. Михаил Трофимов. Мы с вами до войны в ресторане встречались. Напомните, драка, я еще с Ниночкой был. Только поженились. Так точно. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Степан. Вот так встреча. Я сейчас. Что со мной? Родная моя. Чуть-чуть. Что со мной? Девочка моя, все хорошо. Ребята, помочь надо. Ты немного приболел. Домой. Нет, родная моя, мы в больницу. Сема. Ваши вещи. Сейчас вам помогут. Пойдем. Здесь больница недалеко. Ты зачем сюда заявилась? Батя на фронт ушел, а дед с бабкой померли. У меня родни в деревне-то больше не осталось. Ты что, решила теперь со мной жить? Что значит родни? Какая мы тебе родня? Кто из нас тебе родня? Пойду я. Постой! Поднимайся. Куда я тебя такую погоню?
Алексей! Алексей, вам покушать надо. Спасибо, Нина Ивановна, не стоит. Не, не, обязательно. Вот выпейте чай и возьмите, покушайте хлеба. Ни в коем случае. А я и слушать ничего не желаю. Ну-ка, ну-ка. О, а то вот не будете подчиняться моему приказу. Сейчас вот погоню отсюда и на мороз. Спасибо. Мне скоро уезжать нужно. Предписание. Мне нужно явиться в госпиталь через 2 дня. А и не волнуйтесь. Выходим мы здесь жену вашу. Все-таки не на поле боя оставляете. Среди людей, среди врачей, среди медсестер. Да, я понимаю. Неизвестность пугает. Как она меня найдет, когда мы с ней встретимся? Найдет! Вы же... Тетя Нин? А, так вы уже проснулись. Ну, пойдите, пойдите сюда. Жена вас спрашивает. Паш, ты только не нервничай, хорошо? Ну, что ты на этот раз натворила, Златовласка? Понимаешь, с нами теперь будет жить еще один человек. Душа моя, ты что, наконец беременна? Беременна, но не я. Приехала моя сестра из деревни. Она осталась там совсем одна, она беременна. Я не смогла ее прогнать. Она будет жить в чулане. Я ее туда уже отвела. И она будет убираться по дому. Но нам же нужна была домработница, да? Паш. Ну, давай, веди, веди, показывай свою сестру. Да, конечно. Пойдем. Не дать не взять Афродита, только беременная. Добро пожаловать в дом к Павлу Аркадьевичу, детка. Окопа 3 в полный профиль! Так точно! И ускоряемся! Ускоряемся!
Через 20 минут, чтобы окоп был открыт! Скорил себе я тебе лопат, ибо за гривку детей на сколько раз. Морозов! У тебя что ж, шинель даже не выдали? Нет, никак нет, товарищ командир. А ну шагай за мной! Тебе в твоем обмундировании только свинарник колхозный чистить, а не фриса на штык брать. Что с ногой? Так, ерунда. Ерунда, хромаешь, будто кобыла пострелена. Тебе здесь, брат, пехота, а не лазарет. Пехотинец без ног, что баба без грудей. Он почти неделю пешим ходом по лесам, полям да рекам тряслись. Тарасюк! А? Чего? Тебе что ж, шинельки захудалой бойцу не найдется. Да як же не найдеться, товарищ командир. Зараз пошукаю. Так шукай, тащи живо! Слухаю. Я в чужие истории лезть не обучен. Кем ты капитаном Трофимом приходишься, не мое дело. Приказ на тебя принять, приказ командира выполняю. Тарасюк! Давай. Так. Так. О, який гарний хлопець. Пойдет. Грифолин! Та ураз тюрмі будь. Що хрозажі щурять. Товарищ командир, рядовой Шарифулин по вашему приказанию прибыл. И давай это, молодого бойца стрелять обучи. Ну чего глаза таращишь? Человек впервые на фронте не воевал еще. Стрелять не умеет. И это, как по-пластунски ползать покажи. Так точно. Только как же я его за 3 секунды стрелять-то научу? Отставить разговорчики! Выполнять приказ! Есть выполнять приказ! Давай, кого есть, пошли со мной. Ускоряемся, ускоряемся! Руку вот ставь, чтобы устойчиво было. Так. Прицел смотри, правым глазом левый закрой. Цель видишь? Вижу. Что видишь? Дерево вижу. А теперь, Морозов, представь, что это не дерево, а фриц паскудец. Ежели ты его не прикончишь, он мамку твою, сестренку твою, девушку твою любимую пристрелит. Представил? Выстрел тела на выдохе, как я тебе показывал. Готов? Готов. 3, 2, 1. Пли! Путсер, а? Стрелять он не умеет! Сучий сын, а? В разгроме группы немецкого генерала Клейста под Ростовом немалую роль сыграли наши автоматчики. Они смело проникли в глубину расположения противника, обрушили своим огнем на его фланги и тыл. Расстроив боевые порядки врага, наши автоматчики внесли в них сумятицу. Молодцы наши бойцы. Поскорее бы они уже разгромили этих гадов. А то сидим здесь, как на пороховой бочке. Чего ждать от этой войны, не знаем. Протри мне подошву, чтобы я чистым по чистому ходила. Варь. Сейчас. Подошву протри. Варь, слышишь? Да, да. Я спросить тебя хотела. Как там, Игнат? Проводила на фронт его Катерина? Померла Катерина. Как померла? Ты что, смеешься надо мной? Да кто ж по такой смеется-то?
При родах она померла. Ребенок? Ребенок-то? Да жив-здоров. Дочка. Зоя. Игнат так девочку назвал. Сейчас за ней мать Игната ухаживает. А он месяца два назад на фронт шел. Танкист он там, что ли? Танкист? Танкист. Танкист. Тут что-то писали про танкистов. А нет, это вчерашнее было. Где вчерашняя газета? А я вон их туда все складываю, в стопку. Нет, только не Бабахин. Вечно он самый неподходящий момент. Иди открой ему! Здрасте. Здравствуйте. Можно, да? Вот. Красота-то какая, а? Редкая. Давненько я не брал в руки кисти. О, спасибо, спасибо. Дубасов Яков Дмитриевич. Ну, можно просто Яша. Варвара. Варвара. Очень, очень. Евгений Николаевич, ради вы потерпите. Гангрена, руки и ноги придется ампутировать. Прошу вас, лучше пристрелите. Это наш командир, старший лейтенант Егоров. Ему еще в грудь попало, судя по всему, там осколок. Это вы его с поля брали? Я. Спасибо, ступайте на улицу. Тамара, срочно готовьте хлороформ, стресс сильный, сразу не уснет. Оленька, погрейте ампулу в руках, заледенело совсем. Ну, потерпи, потерпи, родненький. Пристрелите. Его забирать. Девочки, будьте с ним рядом, рвать начнет, смотрите, чтобы не захлебнулся. Товарищ военврач, грузовиками к вам еще человек 20 доставили. Господи, это невозможно. Алексей Макарович уже четвертые сутки не спит. Размещайте, будем оперировать. Тамара, эфир на полотенце может прийти в себя во время операции. Готовьте его и от три затяжки. Есть.
их не 20. Алексей Макарович, 4 раза больше. Размещать уже некуда. Еще раненые есть? В повалку. На полу, плечом к плечу. Как вы, товарищ военврач? Смотреть на вас. Сердце на части рвется. Ну что вы, Аня, надеюсь, пришлют нам еще хирургов. Да полегче будет. Воздух! Врачи, сестры, не смеют прятаться! Укрывайте раненых! Оперируют. Алексей Макарович? Оперируют. Морозов. Послушайте, Морозова, вы на фронт воевать прибыли или так, как декабристка за мужем увязались? Воевать, товарищ майор. Если воевать, вот получите предписание и отправляйтесь туда, куда вас командование направило. Я вас очень прошу, товарищ майор, направьте меня. Послушайте, бросьте ваши бабские штучки. Оставьте их для мирной жизни. Зачем тогда вообще из дома уезжали? Фронту нужны бойцы, а не влюбленные барышни. Отправляйтесь в тыл и ждите своего благоверного, пока другие воюют. Я хочу воевать, товарищ майор. Но я хочу быть рядом с мужем. Ну все, достаточно. У меня нет времени. Ершов! Слушаю, товарищ майор. Когда у нас ближайший эшелон на Урал? В конце недели, товарищ майор. Отправьте эту барышню в тыл. Товарищ майор, согласно полученному предписанию, обязуюсь прибыть в назначенное время в назначенный пункт. Разрешите идти? Идите. Черт знает, что происходит. Ершов, накорми бойца Морозова и к вечеру отправь его на фронт. Да, накорми по-человечески. Видишь, женщина после болезни. Есть, товарищ майор. Идите. Павел Аркадьевич, как было решено на собрании, с завтрашнего дня завод работает в 2 смены. Женщин в ночную смену не ставьте. Так скоро, кроме женщин и стариков, на заводе некому будет работать. Вот когда некому будет, тогда и будем разбираться. Продовольственные карточки людям раздали? А, да, на декабрь всех обеспечили. Павел Аркадьевич, подростки на работу просятся. С утра на проходной толпятся. Принимайте. Только посмотрите, в какие цеха и на какую работу. Потом доложите мне. Хорошо. Снег до сих пор не расчищен. Ну, с утра расчищали, а за 2 часа снова навалило. Расчистить не надо. Ну что, Паш, а? Завод не театр? Так и баранку крутить, не картины писать. Эх, Паш, если бы не война, в жизни у тебя в шоферах не оказался. У меня в шоферах поди лучше, чем в окопах на фронте. Ты бы лучше спасибо сказал, чем физиономию кривить. Да ну ладно, это я так же просто. Что? А, как у тебя на заводе? Что как? Я, между прочим, свою трудовую деятельность на заводе начинал. Работу заводскую помню. Не театр, конечно, но и жизнь сейчас не сахар.
Наступит мирное время, тогда посмотрим. А пока здесь, на заводе, спокойнее будет. Вопросов ко мне меньше. Предусмотрительный ты, Паш. Как я в тебе это качество ценю? Я сегодня к твоей жене заезжал, карточки продуктовые привозил. У вас там родственница появилась. Варя? Аленкина сестра. Что? Яша уже глаз положил? Да что ты, тебя просто так интересует. Первый бой, он как первая девка в шишне мужика. Не знаешь, как чего она там обернется. Оконфузиться боишься. Но не так же под ложечкой со счет. А потом ничего. В азарт входишь, как с девкой. Ну, во вкус точно. Ты, Морозов, главное, с ненавистью на немца смотри. Ненависть она сил дает. Да, Витюткин? Наверное. Он у нас шибко умный. Математик он. Цифры умеет считать умеет. Уткин, а вот скажи, сколько будет 3029 плюс это 1056. 4085. А, плешки. И ведь главное, его никто проверить не может, да? Уткин, а как эти отношения называются, которые ты мне это говорил? А? Бинарные отношения, равенство или двухместные отношения между двумя любыми множествами. Ты. Так. А? То есть всякое подмножество декартового произведения этих множеств. Юмрук, а что ты заинтересовался? А то, Митя, что ни хрена я из этих твоих слов ничего не понимаю. Ты будто не на немецком дорабаришь еще. Ты, кстати, по-ихнему понимаешь, нет? Учил в университете. Вот черт ученый, все-то он знает, а? Ну, подскажи-ка мне, какой тетя, ну, на ихнем ругательство страшное какое-нибудь, а? Шмудик Швайн. Как? Шмудик Швайн. Че это по ихнему значит, а? Грязная свинья. Грязная свинья, это хорошо. Это нам подходит. Морозов, ты запомни. Когда лицом к лицу с ним столкнешься, чтобы шмузик лазил. Ну что, понял да это? О! Здравия желаю, товарищ командир. Вольно. Ешьте, мужики. Морозов, подойди на минуту. Сегодня письмо от Ниночки получил. Морозов, а что это он как-то к тебе по-особому, а? Тебе какое дело, а? А ты что сразу хамишь-то это? Можно подумать сразу, что... Внимание! По окопам! Бою! Бою! Огонь!
грязные швайны, сколько же вас там, а? Хлебные карточки, обменяй их на сливочное масло. Ну, это уже целых 3 карточки. Ну и что? Я уже 2 недели хочу масло. Тебе, кстати, тоже не помешает чуть-чуть. Питаешься одной перловкой. Масло нынче дороже всего, за него 3 бывает, и 4 карточки просят. Но у нас же потом хлеба не будет. Кто тебе сказал, что потом хлеба не будет? У нас этих карточек. Иди уже давай. Куда ты их там сунула? В карман. Положи их сюда. Иди уже. Я не забираю, на кой она мне сдалась-то? А не сдалась, ты проходи мимо. Ты чего, из миски собачьей ел? Там ж помои одни. Ну и что? Что тут пригодится, то и кушаем. У меня карточки хлебные есть. Хлеба хочешь? Ты так где шути, тетенька? Пойдем со мной. Пойдем. Пойдем.
Нет, ты вообще соображаешь? Ты вообще соображаешь, что ты вытворяешь? Паша, что эти карточки печатают, что ли? Алена, ну он такой голодный был. Он в подвале с собакой живет, но он спит с ней, чтобы не замерзнуть. А мне до него какое дело? Я что, теперь должна всех беспризорников хлебом одаривать? Ну, ты же сказала то, что у нас есть еще хлебные карточки. У кого у нас? У кого у нас? Начни еще распоряжаться в моем доме. Алена, ну я ведь не съела этот хлеб. Я его голодному ребенку отдала, но ведь если бы у тебя ребенок был, и он голодал. Мой ребенок никогда не будет голодать. А на чужих беспризорников мне наплевать. Всех их не прокормишь. Ты жестокая, Алена. А ты у нас такая милосердная. Ты у нас такая милосердная, что своим милосердием для моей мать в могилу уложила. Варя, что? Варя, что? Варя! Варя! Варя, что? Варечка, что случилось? Господи, Варя! Варечка, подожди. Подожди, подожди. Подожди, срочно. Что? Уснула ты. Пошла бы на кровать легла, одежу свою сняла, да сапожище свои тяжелые. Уснула. Простите, это случайно вышло. Да что случайного-то, измученная ты. И что это тебе такую принцессу на войну понесло? Так. А у меня война двух сыновей забрала. Девку Бог не сподобил послать. А вот кабы девку послал, то вовеки бы ее на фронт не отпустила. Поешь пока теплое. А в Бога веришь? Нет. А на войне в Бога верить надо. Да и не на войне тоже. Куды ж без веры-то? Кто ж тебя, кроме Бога, защитит? Вот, сынкам своим хотела отдать, а они уперлись рогом ни в какую, коммунистами были. А ты возьми. Дай на тебя надену. От смерти тебя беречь будет. Не надо, ну что вы, зачем? Не снимай, дочка. Беречь тебя будет. И как же тебя такую нежную да худенькую на войну угораздило? Боец Морозова, на выход! Живее, живее! Кричи! Кричи!
положено, не знаю. Все женщины, когда рожают, они кричат. Давай, давай, кричи. Ну, не больно, что ли? Ну. Очень больно. Так тем более покричи. Так, полежи сейчас, я приду. Да у тебя ж тут ребеночек.